Ну, во-первых, это образ папы, во-первых, прежде всего, это молодой папа, коим я являюсь. Вообще, если вы наблюдали за всем шоу, то вы знаете, увидели, что очень много отсылок к сыну. Вообще шоу посвящено сыну. Прежде всего, Н-тур, и татуировка Н, и, в общем, все вокруг Н-тура. Н-тур, папа, сын, молодой папа. «Молодой папа» – известный сериал, который сейчас, кстати, второй сезон начинается, так что мы очень как-то когда актуальны вновь. Вот, я фанат этого сериала, во-первых, а во-вторых, это игра слов. С одной стороны, это «Молодой папа», а с другой стороны, это «Молодой папа» как папа, в смысле, папа католический, папа.